Ой, йоу! Всем привет! Вы на канале Принцесс Милана. Сегодня мы будем разбирать второй телефон. Я буду разбирать вот такой отверточкой с разными насадками. Давайте же посмотрим, что в этом телефоне внутри. А перед этим подпишись на мой канал и нажми колокольчик, тогда ты не пропустишь ни одного моего нового видео. Поехали! Снимаем чехольчик такой. И снимаем ложки. Вот так. Все, это спокойно. Открываем. И нам надо достать фигуры крестика. Что это такое? Так, выбираем отверточку. Смотрим так. О, вот это, мне кажется, подойдет как раз. Вставляем и начинаем крутить. Ой, здесь тоже в левую сторону. В прошлый раз откручивается только в левую сторону. И опять же в левую сторону откручивается. Опять же примагничивается. Нет, ой. Здесь немного тоже. Следующее. Тоже туго. Так, крутим, крутим, крутим. И открутилось. Эй. Телефон уже хочет убежать от меня. Не убежишь. Походу, я только крутила. Вот теперь я кручу именно болтик, а не отвертку. Крутим, крутим болтик и открутили четвертый болтик. Ты я здесь что-то завидел? А нет, это мне кажется. Тут прям кажется, что там синие полоски. У них их нет. Это просто мне так кажется чему-то. Крутим. Опа. Осталось немножечко болтика. Хотя в том телефоне было намного страшнее. И прям внутри, когда я прям зашла, там страшно было. Вообще ужас. Так, о, все. И, наверное, последний здесь болтик. Все, они вот прям здесь откручивают, здесь отбил, так нормально. А потом, наверное, идут. Откручиваю. Почему-то сильно туго. И вот и все. Так, что-то попробовать, что? Вот сюда все карты вставляются. Это шоколад. Там надо ковырялочку найти. Вот, сейчас я достану ковырялочку. А ковырялочка... Такое. Тут есть разного размера вот такие ковырялки. Есть вообще большая, видите? Но я именно эту возьму. И пытаемся что-то отковырять. Теперь вот. Какая-то самая штука золотая. Да. Вот здесь, мне кажется, уже разбирать. А вот здесь просто рай, что разбирать. Кстати, этот телефон называется Samsung Galaxy 2. Я прям трогаю, что прям хочется что-то. Что хочется прям вылезть. Так, давай, здесь какая-то веточка, здесь какая-то труба, я ее ковыряю.
Пытаюсь что-то здесь разобрать уже. Здесь что-то написано. И я что-то почти. О, вот эта штука снимает. Вот. Пытаюсь. Вот, я что-то сняла. Вот, я сняла вот такую часть. Посмотрим, что ты с ней можешь сделать. Так. Я сняла детальку, которая похожа опять на телефон. Я хочу оставить детальку, которая похожа на телефон. Так. Здесь уже нечего. Это скоро. Вот и дальше. Ой, я что-то... Ладно, дальше я ковырялкой. Это надпись. ФФ, сейф и фейри доллар. Попробуем вот так. Так. Ой, вот эта штука. Ой. Эти штуки я не видела. Ой, вот здесь. Я не заметила, здесь болтики. Хитрые какие. Главное, что болтики хорошо раскручиваются и быстро. Еще вторая попытка. Кручу. Эй, что это такое? Это не надо крутить. Я какую-то ниточку сняла. Эй, понятно. Так, тут что-то снять, пытаться. Вот здесь болтик опять. Очередин. Так. Болтик. Еще крутить, что ли, надо делать? Да, колесо, вот эта штука. Ой, я разобрала. Штуку надо вытащить. Она делает болтик. Так, пытаюсь снимать все этот болтик. Чтобы тут не застрял. Все равно пытаюсь крутить. Подожди. Вот себе ковырялочка такая. Вот здесь. Вот болтик-то надо же все-таки. Ладно, буду крутить. Все, я вытащила болтик. Так, теперь дальше вытираюсь. Эта штука вот та. Ковырялка. Так, дальше проверяю. Вот здесь что-то наклейка. Пытаюсь что-то снять. Ладно, начинаю. Вот здесь что ж уберела. О, она вот здесь. Так. Тогда я... Классно! Вот как все это выглядит с другой стороны. Так, начнем с этой стороны. Что здесь? Здесь какая-то штучка. Да. Ой, здесь плёнка защитная какая-то. О! Я что-то оторвала. Очень маленькая. Так. Интересно, просто ждать не могу. Так, 5.
я оторвала что-то окончательно. Ну, почти окончательно. И... Все, и дальше я не могу. Так, что же еще сломать? Вот это что сломать? Это понятно. Здесь почти разобрался, эта штука, если снимается, надо снимается, получается. Вот я разберем с этой штукой. Начали и видно. О, я ее сняла. Классно. Только вот пленку могу снять. Снять, снять хочу. И... Да. Ладно. Вот такая штучка вообще железная. О-о-о. Ну да, вот здесь немного посложнее, так? Сейчас вот это открывать. Так, вот так. Здесь сразу уже понятно. Вот это не получается больше ничего. Вот еще это с этой стороны. А с этой стороны вот это еще больше. Вот что? Ладно, ну то вот. Это еще что-то снимается. Да, конечно. Да, разбирать это понятно делать. До конца. Вот еще. Только мелких деталей потом будет. Да. Я хочу от себя. Ой, я на улице. Да. Ой, вот она. Вот еще что-то можно? Да, вот это вот. Вот эта штучка снимается. То есть с этой уже ничего, да, не делается. Вот это с этой, да, это уже ничего не делается. И пытаемся вот эту часть интересную. Снимать. Да, это не снимается, и все остальное не снимается. Теперь эту штучку. А, понятно. Снимаем с этой штуки. И дальше разбираем. Тут еще что-то. Смотрим, что-то есть. Какая-то подушечка отчаянная. Давай я. О, так какой-то слип. Ой, видно, приклеивали. Вот. Улетела штучка. Опа. Ой-ой-ой. Ой. А, нет, наоборот. Ладно, вот. Вот здесь еще разбирается, смотрим сюда. Сейчас вот они, что здесь еще можно разобрать. Вот здесь вот эту штучку можно отрезать. Нет. Нет. Здесь можно поцарапать.
Так, ладно, вот здесь уже вроде ничего не вытаскивается, да. Мы полностью разобрали с вами. Вот. Только стекло осталось. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. И дизлайк, если тебе не понравилось это видео. Подпишись на мой канал. Ты увидишь еще много-много-много интересного. Всем пока!